Сегодня в Минске отбывается парад на 9 травня до 70-х угодков перемоги у Другой Сусветной войне. Радио «Свобода» собиралась провести живый видеоэфир с этой нагоды, погуторить с людьми, спытать экспертов, прокомментовать все, что отбывается, але, на жаль, не отрималось, потому что вельми слабый был видеосигнал. Видать, за того, что вельми шмат людей пришло на это святкование. Як шмат российской техники теперь на Минских улицах, каля тротины у всей техники. Тут находится новая российская техника, в приватности машины «Тигр», которые брали удел у оккупации Крыму. Так само прямой удел Псковская дивизия, якая брала удел и в оккупации Крыма, у подеях на Донбассе, у войне в Грузии, у Чечни. Род белорусской техники. Мы вам покажем так само машины «Полонез». Это, видать, хиба одиная белорусская уластная распросовка на этом параде. Этот парад вельми масштабный. Каля 5000 войсковцев им принимают удел. Хиба не было аналогов такого великого масштабного параду у Минску и так само с таким великим уделом российских войсков.